Вопросы предоставления земельных участков в виде государственных натурных грантов обсудили сегодня члены инвестиционного штаба. Как отметили участники заседания, за последние 18 лет в этой сфере привлекли более 2 триллионов тенге инвестиций. За большими деньгами стоят 125 контрактов в отрасли услуг. Это строительство складских помещений, объектов в сфере образования, здравоохранения, гостиничных услуг и пассажирских перевозок. Заместитель министра иностранных дел Алмаз Айдаров сообщил, что государственные натурные гранты выдают как в сфере производства товаров, так и в сфере производства услуг. И подпадают они под особые случаи, которые не требуют проведения торгов или аукционов. С 2005 года комитет по инвестициям МИДа заключил 1438 контрактов, из них 216 с предоставлением земельного натурного гранта. Создано более 37 тысяч рабочих мест.